Так, кого с умом присоедините в чат, пожалуйста. Так, короче, этот. Коват, кислые, воет, я в танк. Я чувствую, мы убьем этого. Нужно посмотреть в второй фазе, как бьют стаки. Как будет танчить. Танков должно прошибать, как говорится, в три раза меньше. Первую фазу кислы понерфили. Там сейчас все очень легко и просто. Ну как легко и просто. Конечно, попотеть немножко надо, но в плане урона по танкам там намного меньше. Зачем вы тут поставили эту дорогу? Да все, 4... она уничтожена уже. То есть 4 танка в 4 танка. Блять. У кого танк? Есть аддон на пиздатор? А, бля, нет, у меня не сломало дорогу. У нас же грипбрейн. Там это, там получается 4 танка, 4 танка, блядь. Да нет, бесполезно, что сейчас тут тебе объяснять. Я тебе просто говорю. Я слушаю поезда тут. Ну весь рейд гудеть там... начал, пиздец. Ходил там грибу на 4 подстроили или что? Чтоб хуйню не спадал. Амир? Угу. Да-да-да. Ну чё? Ты чё-то молишься? Давайте, времени не дохуя, так что надо. Трек. Пошли три шага, что ли, херачит, или чё? Ого, поехали. А я в ДБМ только что вписал поезд, я буду, сука, отслеживать. Какой-то пиндер делает. Чё, блин, у вас грипп пройдет. Вы же стоите прекрасно в скрабе, его никто больше этим не занимает. Давайте активнее все соображать, сейчас немножко надо будет реакцию на все происходящее. Зор музырга. А мне куда беда. Да я только стал. Баба. Нет, просто меня в компьютер нет. О, тихо, да. Бедный. Пепнулся мишку, проблем бы нет. Быстро убьем прорицателя, то рулетки с МК не будет. Лаг долго это пытался сделать, да? Был Леха и не стал. Народ, Б. Да ладно. Это был не Монорос, это был Жужин. ЕП получит. Изи байт.
нормально. Все вопросы гриппу. О, главного ПВПсера, смотрите, смотрите. Библа, бейте, бейте его. Смотри, Шиш, сейчас потребуется арест на боссе, да, а у тебя КД. Ну, уже минута прошла. Чё, трэш? А у него еще 8 минут, грубо говоря, 9 там, КД. Да не переживай, он сдохнет быстрее, чем его БР понадобится. Ты чё он не убил? Я там посмотрел, кто меня убил. Буду да, Полина, расскажи. Последнюю очередь. О. Мы же, блядь, втроём били. Это просто я с волей, блядь. Кто тебя бил-то? Рога, паладин, еще кто-то один. Ты какой ты король? Ооо, оправдание. Оправдание пошли в чате с них. Прорицатели, ребят. Ловская солидарность. Когда же говори, кто тебя убил, и я тоже не буду смотреть. Да, еще ядами намазывали, блин. Как и всегда. Чисто лучший ученик Серебану. Чтобы наверняка уже. На Наруто не будем. Тем будем, говорит так. Мне кажется, сейчас Лёша такой, кислый, там босс такой лёгкий. Сейчас придём, простите, и обосрёмся. Да не, мы идём. Вторую фазу только. Три моба убьём. Кот, ты видел, да, кто тебя там убил? Да, Монеру, там топор над тобой прилетел. Выход. О, вагон. Конь, ты почему еще жив? Я не подхожу к этому. Не шоту. Не, другие не шоты, там такая есть звездопад вместе с вихрем. Я это запомнила, короче, поняла. Пошлите отсюда. Ой, не хилим. Это какая-то команда. Стоп хил. По-моему, только на Ануби, да? На Ануби. Ага. Там стоп хил надо было. Ну да, он что, в процентах регенит. Представьте, что сейчас он губ. Ой, там Лёху кинул Халару. Вагу кто-то наказал, он в углу стоит. Сейчас даже, кстати, пуги не то это, они стопают ДПС на ноги. Так убивается. Да? Ну, их ХПС. Так они не стопали никогда, они там крутили ХПС, мама, не горюсь. Обычки что ли? Обычки? Я про ИВК говорю. 25-ки там стопать под конец надо. Ну да, надо. Еще там 4 мопчика. 4 веселых мопчика. Я, кстати, там никогда не убивал на сервисе. Ну вот. Аккуратно смотрите, какие цели к боссу. Thank you.
Рыба стоит. Сопрот сразу. Чет. Поводу. Бафа, пожалуйста. Короче, по поводу РДД зоны. Милики, понятно, все под боссом, да? Так, по поводу РДД зоны. Разум, Сантей, Гриб. Стоите. Короче, третья группа. Стоите с правой стороны, то есть по внешнему кругу. По внутреннему кругу все остальные РДД. Мозер, Библ, Делорус, Планета. Третья группа по внешнему кругу. Потому что три лока, три контроля. Делорус будет контролировать. Монород, ты на диспеле, плюс женой. Это вдвоем вы на диспеле. На ласт фазе, на второй фазе. Первая платформа, кислый, ты танчишь первую платформу. Вторую платформу танчит Войд. Третью платформу танчит Кова, четвертую я. По хилам. Три хила, которые между первой и второй платформой. Вы стоите между первой и второй платформой. Три хила. Полина. Короче, Полина, Холипал и Адмирал. Вы стоите между первой это, и второй. Между второй и третьей платформой стоит Кирс и Мосс. На последней платформе со мной Эл Брилл, как обычно. Чё? В принципе, по поводу слива адов. Контрольте адов. Замедляйте Женуэн, если что там где-то откинет, там где-то вихрь. А народ Женуэн смотрите за хуйнёй. Плюс ханты там и трапы поставить. Локи бани. Танки, если что, отводим. 4 танка, урона дохуя не будет у вас. Рик на хп, фласки на сопрот обязательно, рыбу тоже. Чё по очередности танков? По очередности. Первый Кават, второй я, третий ты, четвертый кит. Даю проверку на бафы. По хилам. По хилам. Три хила с одной стороны, три хила с другой. Холипал, Полина. Адмирал, стойте по внутреннему кругу. Кирс, Элбрил и Мосса, стойте по внешнему кругу. Чтобы было нормально хилить. Мосса здесь, готов. Холипал здесь, готов. Да, да, подошел. Короче, смотрите, по поводу для тех, кто тут не был. Идет каст, 2 секунды, будет анонс, каст. 2 секунды до каста вы просто перебираете вперед. В вашем месте появится, скорее всего, лужа. Дальше, это, по лужам не бегаете, и все остальное вы хилите. Больше вам ничего не... Когда пойдет большой каст, и босса будет 5%, 5-5%, и пойдет большой каст, что вы делаете? Вы поднимаетесь вверх, платформы. Не поднимите, значит, 20 секунд будет, чтобы это вполне достаточно. Еще раз проверку даю. Еру с пула не даем. Еру дадим на второй фазе. Без Еры. Все, все здесь, все готовы пойти. Тор приеду уже должен быть. Раз. Перебежали. Забираю босс. Как пройдет следующий каст, вот берешь. Каст пошел. Моба в контроле. Привление. Дальних контроль. Первых двух сливаю.
Слилось, все, пока еще два. Веди. Отведи босса. Да. Да, босс. Все, стоите, Влада, ход. Дайте уже. Эти забираю. Угу. Переписали, прохил. Пристройте. Это тоже пускай это. Моего среднего стопорник. Четочка. Дальше. Потом на ману можешь ставить. Можешь забирать. Адмиралов, то есть. Талат забираю. Могу близко. Твожу. Два тут. Стас пойдет. Сад, да. Каст. Забираю после каста. Два пустая взрывают. И три же, блядь. Джинэн, моцик. Улипал. Хильте, хильте Войда. Моба одного. Ты четыре, да. Нормально. Сразу здесь, если дал уже. И спал хилов. Спой. Рот, спой. Инер потом по воде назовет. Ну я напрохил. Ну серьезно. Народ БР. Боссу БР. Проводи босс. Контрольцев. Еще один. Проводи, 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 сейчас каст будет. Еще два пускайте. Забираем. Да-да. Положим, получается. С мобами надо поаккуратнее. Ну если поаккуратнее, блядь, нахуя? Вроде, блядь, все просто. Где прохил, блядь? 6 хилов. Женен, блядь, ложится от них хило. Да, двое погибли, а трое с этими, с дебафом. Чума народ не диск. Вот смотри, мне хилов? Два раза в перо прилетело и сверхнового добило. Вот последний ну, сверхнуло. Мобы не должны взрываться в период, когда идет кат. Поэтому танки отводят на максимум раньше мобов. И мобов замедления нет. С мобов никто даже, блядь, не замедлял, не контролил, ни хуя. Там одно время жужика нельзя было вообще достать. Я даже вперед выскочила. Он с вами бегает в этом. Говорю, чего знаю. Я уже говорил, но если за мелика во время каста отходить от других меликов, то чужие перья тебя не будут путься. Рыбу ставлю. Ты без голосования, что ли, Пит, попал? Что? Премиум. Чё, у меня есть премиум, висит. ХП мало у тебя. Ну да, так я же говорю, у меня больше половины шмота 64-го, я про чё и говорил, что... Ну силков сколько у тебя? Шмот ему ни хп нет. 184 у силка всего. Чё в кинет? Ну сейчас хп 24 тысячи, у меня сейчас тоже, мы без бафов, одинаковые. Йенти, это Холли Пал, он вынос не забивает. Нет, я потому что у нас хп одинаковое с ним. Будь. Только у меня с бафами 43,
А у вас по 26, да? Старайся. А чё, чё, мне здесь в ХП перебиваться, что ли, тебе? Надо тебе перебиваться. Щиток на себя вешай, на тебя щиток. Протопаловский сильнее щиток, по-моему, да? Влад, ты готов? Да. Поехали. Кого-то не достать. Это будет красивая победа. Подойдите поближе, Чёрс. Нас. Побежали. Там Джонни Катемпер. Чё, он со старта Геру не даёт? Да, старт, берёшь. Проводи подальше, обучи. Оба появились. Ну, троица, что сразу пить. Вводи босса. Вводи это. Одного декап. Горечи разверни. Драки. Дайте по ней. И веди. Веди, веди, веди. Веди кист. Два. Уводи, уводи, уводи. Всё, стоп. Может, стила два. Бегите как. Вы. Это адмирал, блядь. Блин, вставай. На народ поели, блядь, с адмиралом. Да ладно, блядь, ты от чего дом? Ложите. Блядь. А чё не стоп? Чего вы стопник? Адмирал. Служи, блять, выбежать. Кого ты чего сдох? Не захили. Где, блять, захил по танку? Не нкани, блять, свою смерть. Там три моба зашло в босса, вы шутите? От трех мобов сдох. Трех мобов нереально сдохнуть. Где притяжки ДКшные? Где, блять, оковы ДКшные? Идут 4 моба, блять. Ни один ДК не может развернуться, оковы дать притяжку. Понимаете? Вроде, блядь, нормально было. Сейчас в чем проблема? Где, блядь, корни друида хотя бы? Если вы видите, что реально, блядь, 4 моба идет, где корни вообще? Жена, не можешь корни дать? По народу. Блядь, в первую очередь тут надо просто, блядь, контролить мобов, все. Служи выбежать, это не так сложно. Там только когда каст. Ты же не все время здесь поедешь. Салам алейкум. Давайте. Хилили только ходки, почему-то не свичнули с него. Какой у вас? Нас попробовал озвучить даже. Мы там трохнули. Перебегали, двое упало, а остальные перебегали, лужи отбегали. Вам, блядь, пару метров сместиться. Да мы постоянно бегаем, блин.
Лёх, можно я на ближний круг смещусь? Мне бежать далеко, я не успеваю свечиться в танк. Я тоже там стою, босса так водит быстро, что приходится постоянно бегать. Такого не было. По малому кругу хотя бы перебежек не столько. А я про малый тебе говорю. Нужно поставить ДЦ, Холика и Друида на внешние, остальные Шаман, Пал на внутренние. Хорошо, ДЦ, Холик, блядь, Друид на внешние, все остальные. Дайте рез, прошу уже. В смысле, рыба стоит. Коник, а кто сказал, что 20? Ну, правило. Я не знаю. Бост. Что? Говорю, бост. Пропадаешь. Босса-то не убили. Добивать-то. У нас минус один. Менять надо босса. Окей, отчего обратно заходишь? Смонти. Бабка, сдайте. Шкаф стоит уже. Масса вообще ДВшный. Тёла здесь? Пока нету. Коват, начинай пул ближе. Тут и с самого начала далеко начинаю. Да куда достает танк? Сейчас я её качу. Вы только не пульте танки вначале, Коват, пока на тебе щитов не будет, пока они защитуют. Больно будет. Я пулю под сражинками. Особо не прошибаю, кое-что. Танки получают минимальное количество урона. Понятно. Это вдруг урон. Адмирал чуть-чуть отвлекется. Кстати, по отчету посмотрел, там по 43 карточки по Коват идут. А Тиола здесь? Нет, нету. Чек не надо. Нету. Сберите Джонни. Там да. Джонни тотем. Вага снимешь и все, ЕП за сегодня и 200. Такс. Да ладно, никто не тыкнет, что ли, вы там рядом стоите? Он уже давно держит. Во второй фазе между второй и третьей платформой. Бафы дали, все. Даю проверку. Все готовы, поехали. Даёчу. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Паст. Бежали. Выбираю.
согласен. Иди немного подальше. Но бы сразу возле босса появится. Одного. Два зашло. Прохиливаем. Стай босс там стоит. Контроль. Два пускай тебя доходит. Прохилили. Три секунды. Впереди не надо. Все нормально. Не контроль. Все, тоже. Все. Смотрите. Задирая. Старник. Одного в контроль, два пускай доходит. Пускай доходит. Пускайте того, пускайте локи. Так. Заберу. Тут я и на телефоне сидела. Позвонили. Оба. 2 секунды. Два подходят. Уходите. Притяните. Притяните. На себя, на себя, на себя. Стоит. Взять. Контроль. Блять, ну где контроль, реально, блять? Вы не можете отвлечься, уже второй кад, идет второй вызов мобов, вы, блять, просто не можете, сука, законтролить. В чем проблема, блять, ни одних хаков нет, ни один ДК, блять, не притянет, блять, к боссу моба. Ложите. В чем сложность, блять, тут не важен ваш ДПС отчасти, блять, контроль мобов и все, и грамотно сливать. Где, блядь, контроль от друидов? Ни одного, блядь, сука, контроля от друидов я не вижу. Ни корней, блядь, ни, ничего. Кто меня хилит? Не хильте. Хапал, давно сказали, стоп. Блядь, первый каст нормально контролем, на втором касте, блядь, нихуя никто не... Три лока, блядь, там хорошо, если бан кинут. Все, блядь. Все остальные мобы идут, и им похую вообще. Ханты, ловушки где? Так первую фазу никогда в жизни, блядь, не пройдем, блядь, пока вы не будете контролить. Леш, я тут... Грамотно мобов, блядь, босса слить надо, и все. Блядь, 1000 раз сделали. 1000 раз проходили эту первую фазу, нормально было все. В чем сейчас поменялось? Что вообще поменялось? Я не понимаю. У меня в загрузке завис клиент. Когда из трупа выходишь, у меня на прошлом пуле там было. Просто перезади в игру. Ну, сейчас перезахожу. Лёша, он мне позвонил в телефон, я принимала звонок, поэтому не слышала здесь ничего. Я вообще-то тут, я как бы никуда не уходила вообще. Со стула не вставала даже. Даже если ты разговаривал, он... Я поняла. Мой косяк. Так. Лёша наехал на девочку. А я... Рада, спекайся, Фастай. Не можем так, пойдем. Фарада как про товар. Ну типа смотри, никто не может контролить, будешь ты контролить. Если на первую фазу не можем перевести, значит, блядь, надо больше стреляться. Нихера себе, Фарада, ты бесить научился? Ты 5 больше. На 150% взрыва. Бафы раздаем. На втором перебегании можно уже тотем наставить на маму. Я убил. Что не? Отпиваюсь, сижу.
Да, 6 хилов, 4 танка. Всего лишь контролить мобов. И немного давать ДПС. Все прохилец. Если этот аура на стоит, стоит. Еще раз даю прохилец. Самое легкое, что может быть. Первое. Джонни готов? Дайте мне проб. Если есть. Он меня спросил, у меня нет. Все, дает. Их. Давайте не обождемся, пацаны. Это будет красивая победа. Сразу же отбежали, брал, урона столько получилось. Контроль подлежать. По моба эти, да, поле. Води босс. Все, этих ближних двух пускай доходит. Хилил. Сейчас еще два. Сейчас это пройдет. Кислый могу забрать. Выбирай подкат устав. Два прошло. Одного за контроль. Сразу пьют. Забираю. Пускайте, пускайте. Только Стас шел. Не контроль, ты постоянно доходит. Чё гриб, блядь, сдох? Ну, он завис, походу. Потому что он на месте стоял вообще. Два моба за контроль. Вы одного можете прийти. Так, забираю. Забирай их. Контрольте. Вожу. Куда? Было. Еще один. Проведи. Все, стой. Танк! Я ожидал там. Забрал. Пускайте. Пускайте. Каст. Да зачем ты баном мне, хорош? Проводи могу. Тройте. Одного притяните, два. Отводи, о, отводи, веди, отводи. Веди, веди, веди. Два дойдут. Сейчас могут два до. Одного притяните. Да я боюсь притягивать, не близко, блядь. Отводи. Ведите. Дай массейв. Поднимите рейд. Да их да это, доводите этих. Отведи третий. Четвертый. Блять, не видите, что?
Дай сюда босса. А, уже 10 стаков на мне. Тех мобов выехал. Найти татая ман. Мобы. Тролли. Или... Одного притяните. Блядь. Забираем. Клади. Ёбаный брат. Брал. Пожалуйста. Жмем Бэйр Войда. Проводи кеса к себе. Дал тебе сэр. Жан, блядь, заебал. Вставай, эй. Салам алейкум. Страхил Войда. Водите. Два моба пускай доходят. Один эти в бане. Кроват готов, будешь заберешь. Задал. Каст идет. Прибежали быстрее. Мобов отпустите. Стрела моба стрела. Это пускай доходит. Фило всех. Этот пускай тоже доходит. Полтос подал. Проводи дальше. Иди, иди. Дальше. Ты два, блядь, эти. Два можно слить. Стоп. Два можно моба слить. Как? Че, стайки спали, два моба. Не контроль тебя. Массакру дай. Сейчас два стака падут, все остальных пускай доходят. Забрал. Пока не забирай. Дай доходит. Дал мне зыбку. 10 секунд ты заберешь. Сейчас не видите. Эти два пускай заходят. Мне ванны нет. Дайте в гимна ману, блять, и на раз залейте. Забирай кисть. И веди, веди. Одного прийти. 10%. Хорошо, притяни одного мова, прохил. Отводи дальше, дальше, нет, дальше. Нет, нет, нет. Блять, вы притянете, греча, дай, блять, притяжку. Еще по одному. Дайте сейв. Сейчас прилетит больно, отводите босса. Прохил. 6%. Бейте, 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 босса. Нормально. Ага. Верса. ДПС нет. И, в смысле, база. База и берса. Надо же было что-то сказать. Но почему так быстро берса? Что с ДПСом? Покажите. Да я что-то хуй знаю. Первые 6 слотов по 20-ке, остальные 4 и там вообще десятки некоторые дают. Кто там десятку ДПС? Зум. Ну к на зум демон, но народ диспелит. Гречка 8. Греча чё? Гриб 10. Гриб вылетел. Ой, не то. Ну гриб вылетел. Сколько? 7.40 на фазу там, или сколько дается? Я фаза была, блядь, ну с одним тела. Жан, блядь, заебал. Теоретически успели, давай, давайте. Салам алейкум. Если, блядь, никто не вылетает и никто не волоёбит, всё нормально успели. Там как раз, блядь, ровно нормально фаза заходил. Баха, прохил. Лёха, а если Геру дадим с пула там сколько? 10 минут, да? Она не успевает откатываться. Кстати, да, мы же Геру сдавали. Войт, у тебя запись идет? Да, идет, да. Смотри. Круто. Этот, время скажешь, сколько до берсы? Ага. Ну,
Не знаю, сколько прошло, у меня 9 сейчас. У меня прям пальцы болят, хилить это. Мама, да, есть блин такой. Мне бы все равно. Показалось, что у меня с мышкой тебе упало сразу же. Оба долго сливаются. Мобы именно долго сливаются. Они должны быстрее там. Если два ДК, то, блядь, сразу появились мобы, две притяжки. Ну, КДшится ровно от мобов, да. Алина, купи. Немного порядок надо будет изменить, потому что когда мобы появляются, войт танчит. Да зачем? Он даже когда танчит, притяжки может дать. С правой стороны мобы есть. Блин, а есть такая штука, короче, руль с педалями. Купи себе на... и отхил на педали. Спасибо. Куплю. Смотри, уже на сайт залезла. Уже на сайт залезла, заказала. Быстро? Все, есть все, все здесь. До вечера. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Поехали. Рипа на хп. У меня есть. Тоже есть. Забирай его. Захел. Все. Может, даже немного босс. Три ближайших мобов. Два стоит заходят. Все, отводи меня. Отводи. Из этих как тролльцы. Три. Пускай ты заход. Все, можно, пускай идут. Вообще не контроль, пускай ближе подходит. Снимите баны. Скинул их, забирай сразу. Проводи. Здесь вперед, стой. Забирай, забирай. Не контроль, пускай идут. Не контроль. Коват, забирай. Забрал. Немножко. Да. Сейчас стой, пускай идут. Оба замедляйте. Проводи. Иди, ответь. Иди на себя. Иди, иди. На сакту. Можешь забрать его. Два. 4 идут, если чё. Снимите мобов. Два осталось. Хилов, хилов. Господи, хилов. Не контрольте, отпускайте всех. Нормально. Заберёшь какой-то. Заберу, дашь кап. Даю кап. Чё там? Быстро, не контрольте, быстро. Не контрольте, не отв... Всё, вообще, отпускайтесь. Да не контрольте. Кастует, если чё. Каст, прибежай. Забирай кислый. Кислый, через 5 секунд забирай. Жужа, ближе, ближе. Вылупились мобы, проводи далеко. Проводи близко, рядом, много мобов. Дайте деф. Вот два моба идут, пускай идут. Вам. Казах. Расширяйте. Дайте деф, как есть. Все, тот пускай моб доходит. Все, эти тоже. Крупите, давайте. Я заберу пусть. Ну,
блядь. Ебать. Блять, с контролем. БР отдавать. Не контроль. Смотрите, только под взрыв не встанете. Рады, я тебе прошел во Храстас. Ну, блять, проблема. Четыре есть. Едем. Лохнет. Ладно, на исход. То там поставлю. Молодец. Сейчас не види. Види. Задрал полтос, прожил. Что БР отдайте? Не контроль, так кстати, все по скорости. Хотя планжерка. Ок. Да вот. Дайте хоть лап. Так. Так, пали забирай. Прохините, прохините, Ри. Вылупились. Ты третий был сейчас. Все, отпускайте мне концерт. Что там пошло? Сейчас. Забрал. Не контрольте вообще отпусти. Идти войд. Бега, бега. Войд каплю даю. Угу. Не контрольте, пускай подходит. Третьего я закон. Сколько там? Саш. И отводи, отводи. Вещь. Сейчас скинуться. Все, отпускайте, не отводите. Пускайте, сильнее по боссу надо. Переводите быстрее. Дайте мне рапорт. Забираем его клад. Вторые лужи. Вторые. Придется моды сливать. Стоп. 8%. Рапорт сливаем половину. Дайте что-нибудь на ману. 5000 осталось. Контроль, веди, веди, веди. Пизда рулям. Если не забирай. Я стоял на рендже, забрал босса. Босс. Короче, завтра идем, блядь. Этот Фарады, в чем проблема спекнуться во Храстас? Теперь Кирста, не знаешь, почему я после ОКХМ злая? Поль, я знаю. Поэтому знаешь, как хорошо было, когда я туда в ДД бегал? То, что Гена говорит, что тут легко хилить, так он рестор дроид, извините, на минуточку. Ну, я в курсе. Здесь справляются, значит, ты тоже будешь там. Лёв, тут надо, чтоб, короче, в три танка лучше танчили, и кто-то один контролил, когда надо отпускать, когда нет, и чтоб, если что, давал там стан и замедление. Просто бывает, когда я могу дать стан, и идет три, я даю одному стан, два доходят, и спокойно стоим дальше, держим. Тут в три танка проще, и хилам будет проще, чем что переключаться между тремя целями, а не четырьмя. Блять, понимаешь, тут разные ситуации. Тут нужно, чтобы весь рейд думал как один. Как единое целое. Ситуации, ну, разные. Ну, как я понимаю, не все видят. Можно отпускать, нельзя отпускать. Контролировать. Ребят, даже когда вот идет 4, вот я вот в этот момент тоже, когда не танчивал, пытался подконтролить. Сразу троих стопают, один доходит. В этот момент я перестал. Начислишь ты это. Я просто и щит кидал замедляющий, и стан кидал, и еще это громовой способ. Завтра пос. Завтра числим этот. Короче, что?
Завтра, значит, сразу идем в окно. Не можем, значит, блять, будем где-то. Блять, не можем. Завтра Грул Магик Герч в 16:00 приходите. Завтра сразу вечером идем в окно. В смысле, целый день? В Хаяме? Да. Лёх, как обычно, завтра могу задержаться первую фазу. На ДВ. Ну, первую фазу пройти.